Здравствуйте, ребята! Пишет вам маленькая капелька воды. Конечно, я сама писать не умею, поэтому мне помогли мои друзья. Дело в том, что я потерялась и не могу найти свой водоем, в котором раньше жила со своими родными друзьями. Очень вас прошу помочь мне найти свой родной дом. Поможем? Да! Вот, смотрите, а вот и капелька. Вот она. Как вы думаете? Водоем. Ну-ка, давайте посмотрим. Карта, по которой нам нужно найти дом для капельки, да? Да. Давайте смотреть, куда нам нужно идти. Нам нужно идти. Вот мы здесь, да? Нам нужно идти вот сюда. Это значит, нам сюда. Надо идти прямо, да? Да. Потом... Меня пьют, меня льют, я всем нужна. Кто я такая? Вода! Правильно, молодцы! Здравствуй, вода! Здравствуй! Мы получили письмо от маленькой капельки. Она потерялась и не может найти водоем свой. Вот она нам прислала карту, и по карте мы пришли к тебе. Помоги нам, пожалуйста, найти капельки и свой водоем. Хорошо, я с удовольствием вам помогу. Но для этого вы должны выполнить мое задание. Какое? Сейчас узнаете. Вы готовы? Да. Вы готовы. Кто мне скажет, что такое круговорот воды в природе? Круговорот воды в природе – это поднимается вверх, накапливается облако, потом, когда тучка не может его держать, появляются капельки и капельки идут под землю, в ручеёк и в своё озеро. Такой подробный ответ, молодец. Кто-нибудь добавить хочет? Пожалуйста. Сначала испаряется, потом получается облако, там закрутается много воды, и облако, и тучка не может держать. Потом она уходит под землю и в ручеёк. Тучка под землю! Дождь под землю, а не дождь под землю. Все?
Все вы правильно сказали, но смотрите, у меня есть такая картинка, на которой изображено что? Круговорот воды в природе. А кто мне может наглядно показать? Пожалуйста, рассказывай, как происходит круговорот воды. Пар превращается в облако, потом в него накапливается вода. То, что не может держать воду, и потом дождь его сделает, а из земли воду, ручеек. Стрелочкой все правильно показано? Да. И получается, что у нас? Вода. Круговорот воды в природе. Скажите, пожалуйста, для кого нужна вода? Для всего мира. Для всего, для всего? Да. Для дерева нужна вода? Да. А для стола? Для всей семьи. А вы говорите, для всего? Для стола не нужна? Для цветов, для нас. Цветов. Правильно. Конечно. Для тебя нужна вода? Для животных. Для животных. А вы знаете, что вода бывает разной? Человеку и животным. Какая вода нужна? Чистая. Чистая. И какая она еще называется? Какая? Пресная. Пресная вода – это вода, которая не содержит солей. А в наших больших водоемах, морях, океанах, вода пресная? Да. Мы ее можем пить? Нет. Значит, она не пресная. Человек ее пить не может. А какая вода? Никто не пробовал? В морях у нас соленая вода, и мы ее пить не можем. А такая вода нужна для морских обитателей. А человек пьет пресную воду, которая поступает к нам. Дома у вас откуда поступает вода? Из крана. Из крана. А как она то попадает из крана? Через станцию чистой воды. Правильно. Сначала вода берется из реки, попадает у нас водоочистительное сооружение. А там работают лаборанты, которые тщательно следят за качеством воды. И чтобы она к нам в дом поступала чистая, обработанная. И такую воду мы должны беречь. Согласна со мной? Да. Согласна. А теперь мое задание. Вы готовы? Да. Вы готовы. Вы так хорошо рассказали, что такое круговорот в природе, но, к сожалению, у меня получилось так, что круговорот перемешался. Поможете мне его собрать в правильном порядке? Да. Разложите. Собрали схему круговорота воды в природе и так много обо мне знаете. За это я вам помогу.
и дам первую подсказку, чтобы вы нам помогли и нашли маленькую капельку. Я вам даю букву, какую? Спасибо тебе большое, вода. А мы с вами продолжаем искать водоем капельки, да? Следующее место, куда мы должны пойти, давайте посмотрим. Скамейки. Вот сюда. Väga hea tegu. Proovime teiega mängida robotiga maa ja vesi mängu. Teil on vaja roboti abiga laduda teekond piltideni, mis on seotud maaga ja mis on seotud veega. Olete valmis? No Miša, proovime! Selleks, et te leiaksite tilgakese maja, ma annan teile ühe tähe, mis aitab teid leida. Kaga je bukva? Mis tähtsa on? Jee. Lapsed, ütleme päikesele aite. Aite. Ja läheme edasi. Head aega ja kohtumiseni! Head aega! Vaatame, kuhu me läheme edasi. Отзывчивые, добрые дети. Это так? Да. Для этого
Я вам дам одно задание. Если вы выполните, я вам дам подсказку. Готовы? Да. Задание такое. Я сейчас каждому дам капельку. А на этой капельке написан слог. И вы должны из этих слогов собрать слово, чтобы получилось какое-то слово. Потом вы прочитаете. Угу. Готовы? Да. Чтобы было честно, я перемешаю, не смотрю. Да. Некоторые буквы не знаю, но мышка это моя. А теперь посмотрите и подойдите, чтобы получилось слово. Ходите, посмотрите, кто ищите, у других тоже. Ищите пару. У кого-то слово из трех слогов, у кого-то из двух. Это какая? Вева. Правильно, молодцы. Какое длинное слово у вас. Кто еще готов? Ты держи. Молодцы. И какой-то Веси. Все слова вы собрали правильно. И за это я вам дам подсказку, чтобы вы нашли мальчику и Катю. Пожалуйста, кто у нас? До свидания, ребята. Я желаю вам удачи, чтобы вы помогли ваши капельки. Спасибо. Pidada kinni tiigi sügavusest. Mida sügavam, seda tumedam on värv. Palun! Te olete väga tublid, te saite selle ülesandega hakkama ja ma annan teile viimase tähe. Milleks on? Aitäh sulle vihma pilva. Läheme lastega edasi. Ну вот, ребята, мы с вами все задания выполнили, все подсказки получили. А последнее нам надо сделать, это из этих подсказок собрать слово. Где же дом нашей капельки, которая потерялась? Капелька, подожди немножко, скоро мы тебя вернем в твой дом. Соберите мне, пожалуйста, слово. Дайте. И сюда надо. Река! Нам река, надо с вами найти, где же река у нас?
воду миє сількою. Ми сметимо цього. Ми сметимо. Мы ее отпустим, да? Мы нашли ее дом, и теперь мы ее отпустим. Это ее родные, и мама, и папа. Да. Дальше она попадет в землю, да? Из земли она попадет в ручеек, из ручейка в реку и найдет свой дом, да? Да. Капелька вас благодарит. Вы сегодня были молодцы. Вы много чего узнали. Помогли капельке найти свой дом. Силька кеют лептейля, а это лапсы. Палм силька. Хе тайка. Хе тайка.